Переходим к следующей новинке, долгожданному хиту Tomb Raider 2. Эта игра стала событием, удостоившимся внимания самых взыскательных геймеров. Сюжетная линия игры как бы разваливается. С одной стороны, вас ждут мистические приключения с покойным магом, китайским императором, таинственным культом, гробницей под великой китайской стеной и так далее. Другая часть сюжетной линии связана с кошмарным крушением океанского лайнера, визуально навеянной гибелью Титаника. Главный герой игры – знакомая и полюбившаяся игрокам Лара. На первом уровне она отправляется к Великой Китайской Стене, так как считают, что именно там находится вход в гробницу. Пройдя горы, хребты, скалы и стены, Лара видит группу служителей культа, проникающих в гробницу через главную дверь. Она следует за ними, пытаясь разгадать их секреты, и неожиданно выходит на графа, который когда-то пользовался магическим оружием китайского императора. А теперь, внимание, самое главное. Тот, кто мне скажет, как зовут графа, которого разыскивает Лара, получит суперприз. Диск от торгового Tomb Raider с игрой Iron and Blood. Желаю удачной игры, бессмертия и вообще удачи. Goodbye. Новая реальность.